Молодежи в Западно-Казахстанской области трудоустроиться на госслужбу в сельской местности станет легче. Студенты, окончившие вузы с отличиями по гранту, смогут устроиться без конкурсных процедур. Для них также предусмотрены ряд выплат по программе с дипломом в село. По словам руководителя профильного ведомства, на сегодня в местных исполнительных органах есть 130 вакантных мест. Ожидается, что подобные меры помогут решить кадровые вопросы. Отмечу, всего в регионе трудятся почти 3500 государственных служащих. 18% – это молодые люди в возрасте до 29 лет. Данная инициатива позволит, во-первых, привлечь молодых, талантливых госслужащих на государственную службу, а также восполнить, так сказать, кадровый голод на сельском районном уровне. Сейчас мы проводим со студентами активную разъяснительную работу, уже проведен ряд встреч со студентами, выявляем тех лиц, которые готовы внести свой вклад, поступить на государственную службу.